Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке я хочу вам показать, как мы можем редактировать очень быстро макет кружки, то есть менять цвет на любой или добавить картинку, то есть покрасить кружку любым изображением. Изображение ляжет именно так, как это будет выглядеть естественно, то есть соблюдая все изгибы кружки. Данный макет вы сможете скачать на моем сайте, ссылка будет в описании видео. Вы в этом архиве получите не только макет кружки. В архиве будет находиться макет вот такой вот футболки, который очень легко все заменить на свой логотип, цвет футболки, сзади бэкграунд. Также вот такая вот вида капля, карандаш, строительная принадлежность, флешка и другие архивы. После распаковки архива у вас будут вот такие PSD файлы, файлы Photoshop и папка с красивыми бэкграундами с высоким разрешением 2000 на 2000 пикселей. Сразу хочу предупредить, архив весит 702 мегабайта, при распаковке будет весить где-то около 1400 мегабайт. Итак, давайте запустим макет кружки, это сцена 8. Два раза левой кнопкой мыши кликаем по PSD файлу. Открывается Photoshop, здесь мы нажимаем ОК. Далее мы раскрываем слои. И у нас вот верхние слои выключены, мы их все включаем. И давайте первый слой, два раза левой кнопкой мыши по нему кликнем. Здесь мы нажимаем ОК. То есть мы здесь можем просто закрасить. То есть я взял инструмент заливка и закрасил вот этот квадрат. Дальше я нажимаю файл сохранить. Переходим на нашу вкладку. Вы видите, вся страна закрасилась у нас этим цветом. Или же мы можем разместить какое-то изображение. Я его немножко увеличу, поймаю центр, нажму Enter и еще раз нажму сохранить. И вы увидите, как картинка абсолютно идеально легла на кружку, как будто бы это наклейка на кружке. Вот в этом вся прелесть макетов. А далее в панели слоев, следующий слой ниже, также это смарт-объект, два раза левой кнопкой мыши мы кликаем, ОК, здесь я просто залью таким же цветом, нажму сохранить, вкладку можно закрыть. Покрасилась ручка, да? Следующий слой, это у нас внутренняя сторона, внутренняя часть кружки. Но я закрашу таким же цветом, здесь мы нажимаем также файл сохранить, закрываем. Вы видите, закрасилась вся кружка. То есть вот так вот просто все меняется. Далее можем залить задние области, то есть сделать, например, прозрачным, вот этот выделяем слой, глазик отключаем, можем сохранить с прозрачностью, то есть без заднего фона, можно отключить тень у кружки, или же просто раскрыть папку и здесь задать наложение, например, градиента, ОК, и у нас получается вот такая красота. Таким же образом вы можете редактировать любой другой макет, находящийся в данном архиве. То есть они редактируются аналогичным способом, поэтому я не показываю. Дальше, чтобы сохранить в хорошем качестве, мы выбираем файл «Сохранить как». Здесь мы выбираем формат JPEG, нажимаем «Сохранить». Здесь качество 12, наилучшее, и нажимаем «ОК». Если же нам нужно сохранить для интернета, для этого нам нужно изображение ужать, чтобы не нагружать сайт, мы выбираем для этого файл «Экспортировать», «Сохранить для веб». И здесь, конечно же, обратите внимание, очень большой размер. Прямо здесь вы можете убавить размер картинки, например, 500. Сразу в пропорциях высота тоже у меня изменилась, 500 на 350, вы это видите. Здесь вы выбираете очень высокое качество с качеством 80. Формат JPEG, или если нужен с прозрачным фоном, вы выбираете PNG-24. Конечно же, предварительно перед этим нужно будет отключить задний фон в слоях и нажать «Сохранить» кнопка ниже. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно,
то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.